праздником, работники культуры. В общем состоянии современной культуры, включая культуру поведения, быта, языка, можно определить уровень развития всего общества. И он во многом зависит от вас, от вашей работы, вашего служения обществу, ваших способностей, чувству доброй лиры пробуждать. Эту миссию в своих домах культуры, библиотеках, театрах, центрах творчества вы выполняете с честью. Культуры не управляют, а помогают развиваться. В областном министерстве это понимают. Поэтому сегодня на территории области при поддержке региональной власти реализуются десятки творческих проектов в сфере искусства, которые вышли на общероссийский и международный уровень. Оренбургские художники, литераторы, театральные и музыкальные коллективы являются участниками масштабных культурных форумов России и зарубежья. Желаю вам постоянного развития, обновления новых творческих проектов. С Днем работника культуры!